В Артеме полицейские активно проверяют места, где проживают и работают мигранты. В ходе одного из таких рейдов в дежурную часть доставили 15 иностранцев. Полицейские взяли у них отпечатки пальцев, проверили документы, подтверждающие их личность и законность пребывания в России. Выяснилось, 13 мигрантов нарушили правила въезда и пребывания в нашу страну, за что против них составили административные протоколы. 6 привлечены к ответственности за незаконное осуществление иностранцами трудовой деятельности. 2 правонарушителям наложен штраф с самоконтролируемым выдворением за пределы России. Решением суда 11 иностранцам назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы Российской Федерации. Кроме того, против 4 юридических лиц были составлены административные протоколы по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Работодатели выплатят крупные штрафы.